Здравствуйте. С вами Виктория Аверкина, и мы находимся на показе известного московского дизайнера Анастасии Задориной. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как ваше настроение? Настроение хорошее, приподнятое и много эмоций. Расскажите, пожалуйста, что вас вдохновило для столь чудесной коллекции? Наверное, настроение, самочувствие и приятно, когда ты получаешь всегда цветы, поэтому моя коллекция называется «La Tulipe», это на французском переводе «тюльпан». Коллекция носит название «La Tulipe» и обещает быть нежной и элегантной. Давайте спросим, что об этом думают гости мероприятия. Скажите, пожалуйста, что вы ожидаете от новой коллекции? Я думаю, что это будет вечер, это будет красиво, это будет кутюр. Мне очень нравится этот бренд. Я ожидаю, что он снова удивит нас высоким качеством, красотой, эксклюзивностью. Хочу увидеть не шоу, а красивое, качественное платье. У Насти не то, что тренд. У Насти какая-то красота, которая просто делает женщину женственной, божественной, независимо от трендов. Ты всегда будешь стильная, красивая. Это классика, она неизменна, у нее нет трендов. Ой, я ожидаю женственности, в общем-то, как это всегда бывает у Анастасии Задориной, в сочетании с шиком, классикой, строгостью. В общем, всего самого лучшего, самого модного. Сегодня здесь очень много красивых людей, и я практически уверена на все 100, что коллекция будет очень достойной, такой же, как и люди, которые сегодня собрались, чтобы ее посмотреть. Какие будут новые тренды осень-зима и весна-лето 2013-2014? Ну, определенно точно они должны быть новыми и неповторимыми. То, чего еще никто не видел. У меня свой взгляд на это. Посмотрим, кто какие тренды задаст в этом сезоне. Сегодня откроется Анастасия Задорина. Очень брутальные, жесткие мужчины. Такого интеллектуально-брутального формата. Испачканные одежды у них, продранные джинсы, такие кричащие наглые принты. А у девочек все так легко, нежно и аккуратно.
Скажите, как ваше настроение? Настроение фантастическое, особенно после показа. Я шла сюда с предчувствием чего-то волшебного, но то, что я делала на подиуме, меня просто растрогало по-настоящему, потому что это было настолько нежно, настолько изысканно, настолько трогательно, девственно и сексуально. Это было прекрасно. В такую, скажем, осеннюю погоду, какой-то летний, приятный заряд я получила эмоции, очень красиво украшенная сцена, потрясающий ролик был в начале и очень красивые нежные цвета. I love Fashion TV. 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 Мы побывали на показе Анастасии Задориной в демонстрационном зале ГУМа, где состоялась премьера новой коллекции «Ля Тулип», передающей необычайную нежность и абсолютную красоту. С вами была Аверкина Виктория. I love Fashion TV.